Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатишахтер подземельный. Тут ты не угадал, вообще-то это ты шахтер, ты даже работал шахтером, а я тут ни при чем. И сегодня мы находимся там, где люди в кошельке носят не деньги и банковские карточки, а упаковку активированного угля. Сегодня мы находимся там, где темно, как в жопе у крипера. А чё, в жопе у крипера темно, что ли? И мы находимся там, где жарко, как в жопе у ифрита. А ифрит-то это кто? Ну в аду фигня эта жёлтая летающая, которая вот этими горючими пердучками в тебя пуляет. А-а-а, всё, я поняла тогда, где мы. Вот сейчас точно вам на 100% говорю, что мы находимся в Кемерово. И да, я там была. И даже лазила на гору под названием Кузбасс. Там большими буквами такими написано Кузбасс. Это точно вот этот вот городок. У всех тут угля в карманах, завались. Темно, жарко. Слушай, это точно Кемерово. Это вот точно вот оно. Я прям узнала. А когда ты на Кузбасс залезала? Так, дай-ка посчитать. Это был класс 5. Да, это было в классе 5, да. У меня фотки есть, честно могу сказать, я была в Кемерово. Да ты в каждой серии, врать не надоело еще? На Кузбассе она была, на Килиманджаро она была, на Эвересте ты была. Где ты еще была на этой планете, а? А вот неправда, вот на Килиманджаро не была. Врешь и не краснеешь, разве что розовеешь. Вот почему у тебя волосы розовые стали, потому что врешь без остановки, Катя. Ну что, тебе доказывать теперь, что ли? Я там правда была. Мы с мамой на автобусе туда пиликали. 6 часов, наверное. Ну точно, там еще памятник есть ребенку в капусте. Что там еще есть? Да много там чего есть. Набережная, там вот эти вот заводы с огнем. Я прям правда там была. У меня даже папка на компьютере есть с фотками. Называется Кемерово. Да. И на гору эту Кузбасс я залазила с бутербродами. Мне мама в поход с собой дала. 2 бутерброда с колбасой. Ага, хорошую ты историю придумала. Вот так идеально врешь то, что реально звучит, как будто правда. Ты-то посмотри! Посмотри вот вокруг себя прямо сейчас! Ну и чего? Ты деревню где-то видишь? Вот где-то вот здесь есть какая-то деревня? Или мне кажется, то, что мы с тобой вторую серию подряд Майнкрафта, но не находим деревню. А когда вот такая вот фигня случается, мне кажется, Майнкрафт Нокоть сломался полностью. Так погоди, если нет деревни у нас где-то на виду, значит она по-любому наверху. Мы уже знаем это, проходили. Вот так берем, сейчас смотрим и ничего не находим. Я сомневаюсь, то, что бог Майнкрафта 2 серии подряд нам подготовил одно и то же. В предыдущей серии мы встретили летающую деревню на летающих островах. Сейчас я в душе даже не чаю. Может, в этой серии деревни вообще не будет? Так это невозможно. Мы тогда точно с тобой рубрики перепутали. Да я тебе докажу, что я была в Кемерово. Ну серьезно, у меня, говорю, фотки есть. Я тебе сейчас прям скину после записи. У меня там, правда, футболка розовая такая, беспонтовая. Джинсы не очень. Кроссовки тоже какие-то с барахолки. Слушай, вроде. Это неважно. Мне на твой Кузбасс этот, мне честно... Без разницы вообще, была ты на этом Кузбассе, не была ты на этом Кузбассе. Чё ты там делала, розовая там футболка или не розовая футболка? А это кто там кукует, а, Кать? Так, ну, вроде похоже на классических жителей. А чё они здесь забыли? Молодые курносые жители, вы случайно не заблудились как раз-таки? Я, кажется, поняла, что это за деревня. Она невидимая. Ты совсем кокнулась. Еще! Ты смотри, еще два! Так вы сюда подойдите все сюда! Еще тут трое! Сюда, на нас, все сюда подойдите, пожалуйста! Как ты... Да надо найти очки виртуальной реальности, надеть их, и мы увидим деревню, я тебе отвечаю. Ну иди ищи тогда, вот там, в кактусах, иди вот туда ищи, давай, вот там. Без очков виртуальной реальности не возвращайся. Ну и найду! Ненормально, из Кузбасса просто сбежала, не обращайте внимания. Так, сюда подойдите все. Вы мне скажите, пожалуйста, где ваша деревня? Просто вся суть Майнкрафта, но это то, что мы в каждой серии ищем деревню, и мы ее находим. Где ваша деревня? Вы потерялись, молодые люди? Слушай, а может очки виртуальной реальности тут? У меня просто силёнок-то не хватает открыть эту шнягу, иди помоги. Какие очки? Ты где вообще? Да я тут, вот сюда, на меня иди. Помоги открыть эту фигню, по-любому они там лежат, сейчас мы их возьмем и все увидим. Деревня вон, это, в пузыре в какой-нибудь невидимом. Давай, открывай. Что за фигня? А ну подожди, отойди.
Работает. Вот оно что. Это вот здесь ваша деревня? Вот там она находится? А чё вы оттуда вылезли-то? Да ты уже давай спрыгивай туда и пошли искать очки. Да чё ж ты-то так любишь вот это приключение на свою жопу искать? Ну вот ты просто так, не разобравшись, берешь и прыгаешь в какой-то подземный бункер. А может там военная база какая-то с пришельцами, а? Да у нас есть другие варианты, что ли, какие-то. Ладно, тогда походу другого выбора у нас нет. Закрывайте нас вот этим люком, мы тогда пойдем туда вниз и разберемся, в чем же ваша тайна и почему вы не хотите туда спускаться. Давайте, закрывайте. Ну, Катюха, ты первая туда полезла. И как я понимаю, дрить колотить, ты видишь, как долго туда спускаться вниз? Ну ничего, кардио, разомнем свои булки, а то засиделись. Так, давай спускайся по лестнице. Давай, разминать мы с тобой, Кать, ничего не будем. Нет! И зачем так делать, а? Зачем инфаркт человеку зарабатывать это? Ага. Ну чтобы быстрее, вот, я сейчас пробегусь. Ё-пересете. Чё там такое? Ты без меня там ничего не раз... Ладно, пофиг! Ты без меня ничего-то тут не рассматривай. Извините, а это что? Ага. Тогда была летающая деревня, а сейчас, Катюха, походу, подземная деревня, шахтерская. Ну точно, это по-любому вот для тебя деревня создана. Я, короче, пошла на вагонетке кататься, я уверена, что здесь все хорошо. Ща-ща-ща. Пожалуйста, примите, поехали. А может, мы с тобой жопу мять здесь не будем, если они, вот эти жители, сюда спускаться не хотят? Может, у них здесь какая-то проблема, с которой надо разобраться? Вылези из вагонетки, пожалуйста! Да подожди, может быть, у них тут это, генеральная уборка проходит, вот они вышли на улицу подышать. Ну ты представь, а, всю жизнь под землей жить, надо же человеку дышать. Ладно, если ты мне помогать не хочешь, значит, я сам здесь совсем разберусь. Так, ага, сундук. В сундуке у нас дофигища... Чё? Нет! Ага, докаталась! Докаталась на своей вагонетке, Катя! Вот-вот, ты, походу, та самая! Что здесь написано в этом сундуке? Потому что, как я вижу, здесь какое-то слово выстроено. Ты обратно спускайся, я тебя здесь жду. Так, здесь лопата, дофига угля, дофига редстоуна. На втором этаже здесь тоже, наверное, что-то, а здесь нифига. Дофига вот этих вагонеток с динамитом. И это на самом деле не очень хорошо. Алмазные кирки везде валяются. Это самое, погоди, погоди меня, ты там без меня не смотри, ничего так интересно в этой деревне, прикольная такая. Погоди, ты где? Ты где? Железо, уголь, кирки, Катя, короче, лутай все эти дома, здесь дофига полезных всяких инструментов и дофига полезных всяких ресурсов. Забирай, короче, все, что найдешь. Уголек, нифига как много. Не зря говорят, что здесь это у всех активированный уголь с собой. Кстати, да, я еще одну алмазную кирку нашел, еще одну. А мне можно хотя бы одну, пожалуйста? Ну иди, вот, я тебе выкинул где-то вот на... Валяется вот на вот этих, на вагонеточных путях. Так, я пойду пока в другие дома и посмотрю, что там находится. Я в этом доме я был, так, вот в этом я еще не был. Здесь еще один сундук. Ты там меня найдешь... Кать! Пять! Просто пять железных блоков в одном сундуке и дофига угля! Так, короче... Я не знаю, что у них за проблема здесь, в этой деревне, но у них все хорошо здесь с экономикой. Подожди, иди сюда, вернись ко мне. Подожди, я еще 4 железных блока нашел. Че там? Иди сюда ко мне, вот перепрыгни сюда, давай. Просто берем и просто из железа дорожку себе выстраиваем. Че такое? Смотри туда. Так, хорошо. Забирайся. Держи блоки, забирайся, ломай вот этот алмаз прямо сейчас. Не, зачем? Нет, я не буду. Да я по-любому сейчас опять в лаву упаду и сгорю. Я не знаю, давай стремянку найдем какую-нибудь. Это бесполезный способ.
Ладно, тогда давай в другие дома. Так, в этом доме я был... На второй этаж вот сюда зайди. В этот дом на второй этаж там что-то будет. А я пока вот сюда зайду. Так, здесь пусто. Здесь пусто. Здесь у нас опять дофига угля. И на втором этаже еще одна алмазная кирка. И дофига золота. Ты нашла какую-то стремянку, нет? Тут опять алмазная кирка и куча угольных блоков. Но стремянки здесь точно нет. Ну-ка, погоди. Кажется, вот в этом большом доме мы еще не были. Сейчас мы посмотрим. Ну что ты там стоишь? Давай быстрее. Так, это сюда. О, фига, красная дорожка, все прям как в кино. Ага, давай рассматривай. Я рассматриваю. Еще одна железная кирка. Ничего нормального здесь нет. Так, да, нифига себе! Так, вот все эти сундуки проверяй, я пойду куда-то дальше. Редстоун нам не нужен. Так, здесь у нас находится... Крюк. Ты где вообще? Да здесь, я здесь за угол просто зашел, вот сзади тебя. Дуримонда слепошарная, да вот я стою. Смотри. Так, где? Вот в левом сундуке там был крюк. И здесь тоже крюк. Так, вот, хорошо, забираем. Вот походу, как они вот эти алмазы и как они вот эти изумруды доставали, которые вот на потолке где-то висят. Смотри, подойди вот сюда. Стрик. Ага, и в лаву грохнешься сейчас. Не грохнусь я в лаву, не переживай. Опа, вот так. Так, смотри, я забираюсь. Вот, я сейчас сломаю вот эти алмазы, а ты снизу их лови, чтобы они в лаву не упали. А как я тебе это сделаю? Они прям над лавой висят. Человек-паук, ты, ёпрасоте. На другую сторону туда перепрыгни, вот там лови просто. Просройся, чтобы они не упали никуда. Так, и мне даже просроиться-то нечем. Давай ломай уже. И делаем вот... Давай, ловлю. Так, Чё, словила? Ну, давай еще один попробуем. Ладно, слови хотя бы вот Давай! Да куда? Помощница недоделанная, ёперный кокос, бесполезная, честно, я стал ловить, да-да. Опять в лаву упал, я тебе говорю, простройся хотя бы так. Опа, ладно. О, вот там изумрудики есть, да, а еще тут какие-то пауки алмазные. Какие бегают. Пауки? Там один алмаз упал, он на земле валяется. Добывай его, чтобы сейчас он случайно в лаву не столкнулся. Опа, вот так. Все. Погоди, прекрасно. Ты вот про вот этот алмаз говоришь? Вот это ты, это ты добыл? Это что вот? А вот. А че их так много-то? Ты что за фигню сюда притарабанила? Я алмазы добывал, которые сверху там в потолке были. Это где-то это кто-то... Это не я, я с ними не знакома даже. А он тут один на вагонетке даже прикатился вон сзади. Чё это за фигня пещерная какая-то? Это смотри, это жуки какие-то или чё это? Это павуки, павуки, это сам ты жук, смотри, прям похоже. Чё за пауки-то такие странные? Ты на спину их посмотри, у этот алмазы торчат, и смотри, они светятся даже. Так, погоди, они по-любому дружелюбные, я вот больше чем уверен, что они дружелюбные. Может быть, их надо там как-то покормить, я не знаю, погладить, приручить. Чем их покормить? Ну, нате, вот железо заберите. Так подожди, может, как раз из-за этих пауков вот эти жители отсюда и свалили? Потому что все эти пауки их алмазы украли, как думаешь? Да они же вообще на вид безобидные. Как их можно испугаться и убежать? Я не знаю, для меня они какие-то противные, что ли. Так, они что-то нас, кажется, это в тупик какой-то загоняют немножечко. Да никуда они никуда не нас не загоняют. Прессуют, говорю, немножко. Да, да куда они нас прессуют? Да отойдите вы уже, ёпарасете! В сторону! Чё запрессовали нас сюда, в дом этот? О, смотри, вот так с ними надо. Слушай, я тебе еще раз говорю, возможно, это какие-то пещерные вот эти пауки, которые стыбзили все их алмазы. Может, мы их сейчас всех перекокаем, алмазы заберем обратно, потом просто жителям отдадим. Отличный план! Давай. Даже я еще даже до конца не успел объяснить! У тебя уже парочку изумрудов в лаву улетело! С них алмазы выпадают. О, еще один. Давай, короче, руби их, реально. Я ж тебе говорю то, что... Собака сутула. Я ж тебе говорю то, что здесь вот эти алмазы. Только меня в лаву не столкни, главное. Стой на месте, собака. Какие они быстрые и шустрые, пипец. Да! Так, два алмаза выпало и два изумруда выпало. Вот это не... И там еще один бегает. Так, Ты думаешь, то, что догнать тебя, что ли, не смогу? Так, Кать, 20 изумрудов и 46 алмазов!
Так, подожди, у меня всего лишь 4 изумруда и 64 алмаза. Ну, это еще старые мои, это я не знаю, сколько в итоге я смогла получить. Но я в любом случае предлагаю сейчас вернуться к этим жителям и отдать им, ну, хотя бы половину алмазов, потому что 34 штуки или 32 мы с тобой 100% здесь надыбали сейчас. Так, ну все, давай, пошли, где эта лестница-то была? А, вот она. Ну все, давай, иди за мной, что ты там стоишь, а? Жители уже, наверное, заждались, сейчас они будут нас благодарить, там, скажут... Ты опять на что-то нажала, а? Подожди, сейчас, подожди, звон в ушах пройдет. Подожди, ты где? Я тебя не вижу. Это что сейчас было? Ты лестницу всю взорвала! Ну, зато вот хотя бы один изумруд там валяется. Ты лестницу всю взорвала к чертовой бабушке! Так это, подожди, как я ее могла взорвать-то? Я ничего не делала, я же просто стояла, я же поднялась просто и все. Это, конечно, хороший вопрос, но как нам сейчас выбраться? Не, на самом деле у нас есть крюки... Мы с крюками сможем выбраться, если ты, конечно, умеешь им пользоваться. Давай тогда, стреляй! Но чё-то я вообще не понимаю, кто нам мост взорвал. Пауки, что ли, алмазные? Ты это видишь? Подожди, нас хотят здесь замуровать, что ли? Я не поняла. Вы чё там, совсем, что ли, озверели, а? Мы вам помочь хотим! Они нас... Чё за это жители, что ли, нас сейчас сюда гравием закапать? Ёпердыка, мне на бошку сейчас гравий кокнулся. Всё, они нас засыпали. Это что получается, то что мы с тобой сейчас даже крюками не сможем выбраться туда наружу? Если только ломать все это, на это вечность уйдет. Так, интересно, да, мы с тобой спустились в подземную деревню. А и все, походу, здесь это, коньки отбросим. Все, мы остаемся, я вот здесь кровать себе займу. Ну все, можем ночевать здесь. Как нам отсюда выбраться, фиг его знает. Ой-ой-ой, опять они! Да, опять они сюда притопали, слушай, мне кажется, или их здесь бесконечное вообще количество, и... Закройте! Дверь закрывай! Мне кажется, их здесь бесконечное количество, да выйдите наружу, господи! Нет! Подожди, иди сюда ко мне! Да не боюсь его! Не бей ты их, Катя, мне кажется, они совершенно не агрессивные, просто жители свалили из этой шахты, потому что набежали вот эти алмазные пауки, и просто они воруют все их вот эти алмазы. Так надо, вот что мы делаем с муравьями, с пауками, мы их травим. Вот надо их потравить, и все, они отсюда идут. Подожди. Я сейчас выкину один алмаз, и они должны все сюда сбежаться на этот алмаз, и посмотрим, работает наша теория или нет. А ну... Ты не боишься? Вот туда вот. Ага, смотри, сразу же подошел и сразу же его поднял, моментально. Ах ты, воришка алмазный какой. Ну-ка, пусть они... Ну-ка. Халявные алмазы! Опа! Забирайте! Ты смотри, сразу все! Держи! Опа! Забирайте еще один! Кать, они, походу, алмазные наркоманы, как я понимаю. Я все поняла. Так, это иди сюда. Кинь алмаз туда. Туда, вот сюда, в другую сторону! Все, больше алмазов у меня нет! Идите, забирайте! Чё? Так это надо их собрать в одном месте и кокнуть, и все. А? Слушай, ты видела там на одной крыше... Где-то вот там были вагонетки с динамитом. Видела? Да, на крыше там 3 штуки. Ага, сейчас идешь туда и забери хотя бы одну вагонетку с динамитом и притащи сюда, давай быстро. А я пока сделаю вот... А хотя у меня есть уже один алмазный блок, но я еще один возьму. Так, все сюда за мной, на улицу, вот туда. Вот туда, песики, или как их вообще призывать, я не знаю. Все на улицу. Ты там долго, недолго, давай забирай уже. Да сейчас ты подожди, я крюк свой искала. Так, поднимаемся. Сейчас все будет. Давай. Вы все молодые жуки вот эти стойте. Вот здесь смотрите, что я вам поставлю. Ага, вот допустим, вот в это место. Вот так. Алмазный блок. Катя, они походу сейчас с ума все тут сойдут. Так, я иду уже с вагонеткой. Ты где? Так, подожди. Чтобы активировать вагонетку, нам нужны активаторские рельсы, которые как раз-таки находились вот здесь. Так, иди сюда за мной. Короче,
они все сейчас тусуются возле вот этого алмазного блока, я предлагаю где-то вот здесь устроить им небольшую ловушку. Смотри, какой у меня есть план, Катюха. Сюда мы поставим еще один алмазный блок. Потом сюда поставим блок редстоуна и те самые рельсы, которые активируют вот эту вагонетку с динамитом. А вагонетку с динамитом иди сюда, поставь вот сюда куда-то. Вот сюда поставь, поставь. Аккуратно, только отойди, отойди, отойди и поставь, давай. Я боюсь. Ага, все, сейчас главное к ней даже не притрагивайся. Ага, вы вот это вот глисты подземные, я попрошу вас пройти за мной в другую сторону, вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Сейчас позамагиваемся. Все сюда, вот туда, в ту сторону, на алмаз, все на алмаз, молодцы. И вот сюда, на вот этот, смотрите, какой огромный алмазный блок. Вот здесь и стойте. Так, и никуда не уходите, держите еще парочку алмазов. Ага. Катюха, давай, раз, два, три, запускай. Давай, ой, нет, затыкай уши, затыкай уши. Пошла жара по трубам, я надеюсь! Ты что-то как-то слабо толкнула вагонетку. Иди потолкни, потом заново убегай. Давай, только смотри, жопу себе не подорви. Давай, 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 сразу же убегай, сразу же убегай! Закрывай уши! Да я что-то... Не знаю, сработало или не сработало, но вроде как... Да, мы, конечно, половину дома раскромсали к чертовой бабушке, но вроде все вот эти мутанты пещерные пропали. И алмазы тоже пропали. Я, блин, думал, они тут останутся, они по-любому в лаве сгорели. Да какая разница, ну прокакали мы половину алмазов, ну прокакали, зато все вроде как. Они больше сюда не вернутся? Угу, только теперь самое главное осталось выкопаться как-то и попасть наружу. А у тебя есть факелы? Ща гляну, погоди. Да, да, есть. Выкинь факелы на бочку и иди сюда за мной. Я тебе сейчас кое-что покажу, что ты 100% не знала. Дай сюда факелы быстро. Не страшно. Старый дедовский способ, как ломать кучу гравия и как ломать кучу песка. Ломаем последний блок гравия, сразу же под него тыкаем. И вот так. Видишь? Смотри, смотри, смотри. Просто ставим... Опа! И ставим! Это что за магия такая? А почему вот ты мне раньше про такое не рассказывал? Ну а чё, откуда я знал? Откуда я знал то, что тебе раньше это пригодится? Вот, смотри! И все! И все! И гравия как будто не было. Так, вот тут еще надо сломать, и мы тогда точно сможем попасть наружу. Да мы сейчас и так сможем попасть наружу. Просто бери вот этот крюк, просто стреляй куда-то вот туда и поднимаемся сюда. Наверх! Все, Кать, мы здесь, давай! Так, подожди, попасть не могу. Вот сюда, оп. Так, ага, а что дальше? А, получается, сюда на меня смотри и пробел нажимай. Давай. Ну, в общем... Я, короче, наверх. Встретимся с тобой там. Давай, Кать, у тебя 100% рано или поздно получится. Давай, только не задерживайся там. Ты только подожди меня там наверху, я ща. Так, пацаны, открывайте, давайте, бункер. О, я тут как раз вовремя. Все, вот. А вы что-то сразу не сказали, то что вы просто этих жуков каких-то там боялись. Все, мы всех кокнули и даже изумруды ваши забрали. Вот, держите, 20 изумрудов. Выкинем половину алмазов, которые мы там нашли. Вот вам один алмаз. Я не знаю, сколько я смогла собрать алмазов, поэтому вот берите один. Ты что такая жопа жадная? Ну выкинь еще хотя бы 20 штук. Ой, ладно, полстака забирайте уже идите, пожалуйста. Страшно там в вашей деревне. Все, можете спокойно жить. Давайте, все спускайтесь, спускайтесь туда, да, вниз. Аккуратненько, аккуратненько только, да. Ага, молодцы, давай, давайте. Давай, молодцы, все, давайте. Мы закроем за вами дверь, не переживайте, давайте, ага. Все, плюхайтесь туда водичку, плюхайтесь, давайте. Быстренько, быстрым спуском. А, там же нет водички, а ну ладно. А, ну ничего страшного, вы там почините, мы там немножко подорвали вам деревню. Да, половину деревни снесли к чертовой бабушке, но зато жить-то там можно сейчас. Так. Пока, иди с ними попрощайся, кстати, иди им скажи там, что там, давай. Так, ребят, все, короче, давайте, всем пока, я к вам еще зайду проведать вас. А я не поняла. Ага, я тоже, я тоже потом зайду к тебе проведать чуть позже, хорошо? Открой, я не смогу ее сама открыть, тяжело. Ты где? Алло, алло?
Ты ушел, что ли? Эй! Вернись!